По инициативе Краевого министерства курорта в конце июля был возобновлен цикл бесплатных образовательных семинаров для руководителей предприятий санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса «Кубани». Ближайшее мероприятие пройдет 29 августа в Новороссийске, а следующий подобный семинар планируется провести 14 сентября в Анапе. Слушатели рассмотрят вопросы по стратегии привлечения денег и клиентов, созданию условий для организации отдыха туристов с ограниченными физическими возможностями, удачные примеры бизнес-планирования в гостиничном секторе и многие другие темы. Также в рамках цикла образовательных программ пройдут конференции и круглые столы, посвященные господдержке малого и среднего бизнеса.